Светлана вместе с дочерью одна из первых выходит на субботник. Вооружившись граблями и мешками, она очищает зону отдыха возле реки Уча на улице Толмачева и учит ребенка беречь свой город. Хочется, чтобы город был чистый, чтобы мы гуляли по чистому городу. И как бы глаз радовало все это. Вот поэтому и вышли с дочкой вместе. В лесополосе на станции Ивантеевка вторая традиционно убираются сотрудники бюджетных сфер. Работает вся администрация, больше 60 человек. Убираем вот всю лесополосу в районе станции Ивантеевка 2. Бутылки, окурки, остатки от пикников. Разнообразие мусора активистов не удивляет. Ежегодно они собирают это мешками, просят людей беречь природу, но все остается по-прежнему. Совсем не дисциплинируется. Что очень обидно. На общий областной субботник выходят и коммунальщики. Первый РЭП большой компании в 20 человек занимается улицей Первомайской. За домом 33 пилят сухостой, стригут кустарники, убирают палисадники. И напоминают жителям, что в этом году идет большая работа по ликвидации незаконных ограждений и конструкций за домами. Мы уже начали работы по сносу таких ограждений, палисадников, и будем продолжать. Или пусть жители убирают сами. За полдня вычищена только половина территории за домом номер 33. Параллельно с уборкой коммунальщики приводят в порядок фасады, закрашивают надписи, убирают незаконную рекламу. Надо красить очень аккуратно и не слишком мливать сильно, а то будут пузырьки и засохнет некрасиво. И надо в два раза перекрашивать, чтобы красиво и ровненько было. На субботник выходят семьи с детьми, домсоветы, управляющие компании ТСЖ. На улице Толмачева большую работу по благоустройству проводит совет дома 21. Дом с 98 года, я сюда заехал недавно, я в таких условиях просто не могу жить. Я вижу, что я что-то могу сделать, и люди здесь, с которыми я познакомился, они тоже готовы помогать. Силами домсовета теперь палисадник будет похож на палисадник. Водители перестанут здесь ставить свои автомобили, а дом станет ярче и красивее. В общеобластном субботнике на территории города Ивантеевки задействована 21 единица спецтехники. Принимает участие более 5600 человек, работники 68 предприятий. Советы домов вышли, жители вышли, с детьми. Очень приятно смотреть, и жители, я думаю, оценят и действия своих соседей. И самим будет приятно убраться, и будет меньше, думаю, мусорить и следить за чистотой. Приятно, полезно и результативно. За время субботника ивантеевцы собирают 319 тысяч больших мешков мусора. Убирают все улицы города, городской парк, 7 скверов. Белят 200 деревьев, пилят 150 единиц сухостоя, закрашивают надписи на 30 фасадах. Кроме того, высаживают около 100 деревьев и кустарников, ликвидируют 15 самовольно возведенных изгородей во дворах. И 500 опор уличного освещения очищают от надписей и несанкционированной рекламы.